Я вот вылазить уже все. Все, погнали. Я как от Симон помоги. There's just a quick stop in the house. And it's definitely private property. Alright, and we're off to destination. Есть еще стоят! Не зря плыли мы 6 миль. Было что-то. Йо, я думаю, Марика здесь лучше отцепить. Марик на месте. Вот они, вот мы наконец доплыли. О, это было нелегко. Но мы это сделали. Плывем вокруг них, отплывем. Чё? Вон Марк Вайлинг, вообще близко. Йо-йо-йо, планет наш секунды. Можно было будет на них залезть, но я бы здесь не прыгал, здесь течение, смотри, как тащит. Здесь опасно. Да. Чисто, да, простые каяки. Все.
надо заплыть там, где тихо. Да, здесь еще большие. Тащи, да. Хорошо, что мы взяли эти ботинки. Так, протухи, давайте. Подожди, я тебя руку, да? Вот, дотянешь. Раз, давай, подожди. Раз, два, давай, три. Отлично. Так, стой, сейчас. Блин, здесь по-любому. Давай. Другую руку. Вот так. Вот этой рукой давай. Твою мать. Минбо. Минбо. Вау. Мы до главного не пойдем, да? Не сможем дойти. Thank you.
спасать? Да, если об эту, да, то жопа. Фотку? Чё я один в воде? И смотри, вода нету сильно на линзе. Окей. Мям, вот эти... Да. Вот эти щусла, где... Тогда вода не доходит до суда. Думаешь, перелезем на ту? Да. Kayaks. How's the experience? Ничего не скажу. Ну, вот это день.
О, вот так лучше будет. Рот Тимон. Шикарный. Ой-ой-ой. Ну-ка. У него морда, либо он это, что-то, знаешь, бахнул, либо...